Первая говорящая чихуахуа Софи. Ответив в предыдущем видео на ваш вопрос о том, как же живется собаке в Таиланде, я перехожу к самому-самому популярному вопросу. Покажи, чем вы там занимаетесь. Итак, поехали. Вот, например, гоняем обезьян. Шучу. Это был один раз какая-то заблудшая обезьянка, и я ее быстро прогнала. Кроме того, что мы снимаем видео, мы почти 100% времени проводим на свежем воздухе, больше двигаемся и развиваем свой интеллект благодаря разнообразию жизни. Делаем упражнения, занимаемся дрессировкой, бываем в разных местах, гуляем и ходим на море. Мы кушаем всякие вкусняшки и очень много играем. Мне кажется, я тут где-то прятала косточку. Где она? Ивана, что ты ешь? Похоже на мою косточку. Это не она. Ладно. Не видели нигде тут мою косточку? Нет, Софиш, не видели. Ивана, ты уверен, что это не моя? Я уверен, Софи. Ладно, ладно. Обманул. Обманул сестру. Надо съесть ее всю. Обманул. Софи, хотите поиграть? А? Что? Где я хочу поиграть? Отведи отсюда, ты мою кость съел. Да давай поиграем, Софи! Софи, ну дай хоть разок поиграть. Все, моя. Дай, нет. Моя. Дай. Нет, моя. Нет, моя. Нет, моя. Нет, моя. Нет, моя. Так, а теперь тренируем спокойствие. Спокойно. Ждем. Спокойно. Мам, ну кидай давай уже. Да, давай уже кидай, мам. Все, теперь будет моя, точно моя. Эйвен побежал, вот он бежал. Мам, ну что ты не кинула, что ли? Еще я обожаю принимать ванну. В нашем первом доме у нас был большой таз, и я впервые попробовала там принимать ванну. Мне так понравилось, что я уговорила двуногих купить мне личную розовую ванночку. И теперь частенько устраиваю себе в ней спа-процедуры. Софи, скажи, ну ты рада, что мы тебе ванночку купили? Тебе нравится? Ой, не трогайте меня, красота какая, лепота. Итак, пытаемся расслабиться, поворачиваем шею направо, тянемся. Пытаемся расслабить все свое тело, проникнуться энергией Вселенной. Переворачиваемся на другой бок. Слушаем себя и дышим. Дышим. Начинаем читать мантру. Га. Втянем. Прислушиваемся к своему дыханию, ко всем частям своего тела. Расслабляемся. Проникаемся энергией любви нашей великой Вселенной. А теперь поднимаемся потихоньку. Мы полны энергии и готовы к будущему дню. Еще я обожаю, когда меня носят специальные переноски на теле. Это так удобно и комфортно, особенно когда уже устаешь ходить. Ведь нельзя забывать, что чихуахуа маленькая собачка, и выносливость у нас все-таки меньше, чем у больших. Море вообще моя страсть. Сколько уже роликов было про то, как мы с Эвином на море, и все равно я его не устану показывать. Все, хватит моря. Иногда я выхожу с двуногими в город, хожу по магазинам или отдыхаю в кондиционируемом ресторане, пока двуногие перекусывают.
Я люблю бывать в разных местах. В России мы купили специальные фонарики на ошейнике, чтобы в темноте нас было видно. Это дает нам с Эйвоном возможность гулять во дворе и поздно вечером, пока двуногие занимаются своими делами, они могут всегда держать нас в поле зрения. Спим на ковриках в своих домиках или даже в кровати, если мы чистые. Как ты думаешь, она спит еще? Мам. Ну, не знаю, ну что, давай ее побудим, что ли? Мам, ну давай, вставай, просыпайся уже. А еще не забываем мыться, гладиться, беситься и кушать капустку. Что, дорогие мои друзья, жизнь в Таиланде у нас веселая и насыщенная. Не бойтесь, путешествуйте со своими собачками, берите их везде с собой. Ведь если двуногие могут прекрасно жить в Таиланде или в других странах, почему там не можем жить мы? С вами была говорящая чихуахуа Софи. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в мои группы ВКонтакте, и будет вам счастье. Пока-пока! Никто не украдет мою вкусняшку. Эйвен, хватит там уже медитировать. Никто не украдет. Что за звуки там? Нет. О боже. Нет, никто не украдет мою вкусняшку. Нет. Не бойся, вкусняшка, тебя никто, никто не украдет. Никто не украдет его вкусняшку. Сейчас все уйдут, и я тебя съем. И Софи не украдет тебя, моя вкусняшка. Нужна мне твоя вкусняшка, у меня своя есть. Вот и ешь свою вкусняшку. Ой, Эйвен, все. Не переживай, вкусняшка. Не переживай, его вкусняшка. Притворяйся, притворяйся, Софи. Ой, я сейчас... Ой, какой был насыщенный день. Я сейчас усну. Ой, засыпаю, уже почти засну. А сейчас усну. Будет сниться сон.